траве, кое-где погорячит. На детскую сцену, на фестивале есть детская сцена, где очень рок, и около того рубят совсем мелкие киндеры. Вот, прямо на гитарах и барабанах поют, это очень классно. За двух днем вроде бы детишки должны выучить песню живо, и я там в какой-то момент, в общем, выпрыгну как черт из табакерки. Вроде бы это как должен быть сюрприз по сценарию. Там только что выкатили солнце из-за горизонта. Да, это потому что я приехала. Будет любое детское воспоминание, самое раннее из всех, как вы себя помните, в возрасте 3, 4, 5 лет, может быть, ранее или позднее. На ваше усмотрение. Самое первое, я помню, как я упала с кровати. Кровать оказалась какой-то нереально огромной. Вот, я как будто очень долго падала, и в процессе, пока падала, как раз, наверное, и проснулась. Такой хоп, и приземление произошло, и включилось сознание, ощущение себя в этом мире. Это был сон или это было в реальности? Это вот между. Ну, то есть, это первое воспоминание. Я не знаю, оно было реальное или это воспоминание о сне. Сейчас трудно сказать, да, спустя время. Вот она поет такие шикарные, на мой взгляд, песни. Но на нашествие выходит в образе 16-летней школьницы. Дарья, когда вы уже превратитесь на сцене в рок-диву? Ой, знаете, это ваши личные сексуальные фантазии. Вы где-нибудь там в другом месте разрешаете. Спасибо, ответ получен. Благодарю. Изящно. Изящно. Сейчас, друзья, ну-ка!